Все, давай. С Богом! As a place of movie scenes, noise is always loud. There is sirens all around, and the streets are mean. If I could make it here, I could make it anywhere. That's what they say. Seeing my face and lies. So my name is Marcus, found on old Broadway. Even if it had all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, country jungle where dreams are made up, and I think you can too. Though you're in New York, these dreams will make you feel brand new. In the air, everybody say yeah, 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 yeah. Здравствуйте! 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 Да. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Дина Штерн, мне 33 года, и я пианистка. Да. И это было слышно, потому что рояль уверенный, четкий, безошибочный, хорошая, крепкая, если то не обидно даме будет слышать это, рука хорошо поставленная в инструмент. Это лучший комплимент. Да. Вот. Но пение немножко там было, да, и мы интенсионно накричали, и там, где не нужно, где это самое. Поэтому, в общем, в совокупности это все хорошо и профессионально, но если мы говорим про программу «Голос», то с точки зрения «Голоса» было много очень недочетов, которые не дали возможность, к сожалению, отметить ваше исполнение нажатием кнопки. Вот такой. Знаете, вот, сама Алишия Кис, когда написала эту песню, сказала о том, что я невероятно счастлива от того, что я написала такое произведение. Цельное, невероятно эмоциональное и прямо обрисовывающее полностью вот эту необъятность этого города, о котором она поет. И единственное, конечно, хотелось бы, чтобы вот эта вот объемность, чтобы она вот была вместе с вами. Но, к сожалению, она проскакивала пунктирами. Видно было, что это есть, что это существует у вас. Это в ваших пальцах, это в вашем голосе, в вашей голове. Но с самого объема вот не случилось пространственности, знаете, вот этого полета. Железно, да. Рука у дамы прям железно. Железно прям у ней рука. И дама, в общем-то, железная. Нет. И песня, в общем-то, туда. И, нет. И нам была бы она полезна, но сфальшивилась слегка. Ну, вот это просто неуместно, надеюсь, Леня, та-та-та. Если честно. Неуместно, если честно. Ничего страшного, нет в фальшивых нотах. Тут главное душа. Душа есть, значит, все будет в порядке. А ноты... Спасибо вам большое. Если отдельно вот так взять, вне конкурса, знаете, если бы не было рядом еще куча артистов, которые не было бы с момента соревнования, кто лучше, кто точнее, знаете, да. Вы просто бы где-то отдельно вас так вот в клубе или где-то увидели за роялем, вы бы это спели и сыграли, все были бы в восторге и выпили бы за это с большим удовольствием. Согласен. А так как в моменте соревнования, конечно, ты уже начинаешь придираться. Так, опа, здесь кривенько. Ой, здесь а это... можно я кое-что сделаю, а? Послушайте, поскольку у нас тут с вами уже такой джем-сейшн между собойчик...
Я просто хочу воспользоваться тем, что вы уже здесь намолили место. Так. А я просто сыграть хотел бы, что-нибудь прочитать. Садитесь со мной. Ну все, начало. Ну вот, пожалуйста. Ну все. Ну, запоминайте. Теперь можете сыграть то же самое, а я... почитаю стих. Наверное, правда, уверен, бывает. Судьба предыдущих на свет забывает. Быть избранными, сердце бешено биться. С тобой понимать все и вдруг оступиться. Упасть в пустоту и желать не остаться. Теряя, заставить зрачки сокращаться. Упасть и не ждать ничего. Или верить. Отказываться от того, кто в замене. Быть преданным, даже если прежний скажет: «Возьми». Но фатальное чувство сильнее. Ты хочешь отдать сердце мыслью в ярком слове, увидев глаза мои полные боли. И в это мгновение последняя грань исчезнет. И страх еще больше накроет. Терять невозможно, не нужно, но вдруг хочу в эту сказку, как маленький мук. Непонятый, но понимающий все. Все. Повторять постоянно с уверенностью буду, что музыка все-таки это не Димин. Он должен читать.